What science is, and how and why it works. Что такое сила? Такое ощущение, что многие не знают ответа. Будто «Звездные войны» — единственный источник знаний. Что такое сила? Типа как у джедаев. С помощью силы можно поднять X-Wing из болота. Концентрируешься. Сила — это что? Помимо «Звездных войн»? Ну, а если серьезно, то сила — это энергия и масса. Если грузовик едет быстро, в нем много силы. Намного больше, чем, например, в летящем мячике. Сила — это энергия, идущая откуда-то. То, что воздействует на материю вокруг нас. Это движение. Когда что-то движется в одном направлении, а атмосфера... Ну, близко. Не знаю. Это невыразимое нечто, что не позволяет нам улететь в космос. Никто не знает, что это. Просто теоретическая концепция. Вот и говори потом со студентами-философами. Впрочем, я все-таки нашел пару человек, которые что-то знали. Это нечто, что сдвигает предметы с того места, где они находились. С ее помощью можно что-то ускорить или сдвинуть, или придать какую-то форму. Это что-то вроде притяжения или направляющей, типа того. Она действует на все вокруг. Да, толчок. Да, толчок. Или... тяга. Итак, без подсказок не обошлось. Но в конечном итоге сила — это или толчок, или тяга. Я решил спросить людей, какие силы на них действуют в данный момент. Большинство указали на гравитационное притяжение к центру Земли, но в остальном ответы были расплывчатыми. Какие силы на вас сейчас действуют? Наверное, мощная сила по направлению к центру Земли. И что это? Гравитация, думаю, так. Гравитация Земли. А где? Как она действует? Она держит меня на Земле, и я не улетаю в небо. Я стою на Земле, а она тянет меня вниз, не дает улететь. Ага. А какие еще силы на вас действуют? Есть и другие. Давление воздуха, сила мышц, которая держит мой скелет. Что еще? Также климатические силы, связанные с погодой. В смысле, ветер, погода или обычная гравитация? То, что держит меня на Земле. Гравитация. Гравитация тянет вас вниз? Да. А другие силы есть? Трение. Прямо сейчас? В этот момент. На ум приходит одна гравитация. Только одна сила? Ну, есть, конечно, еще какие-то слабые силы. Давайте так. Если на тело действует лишь одна сила, что происходит? Тело движется. На вас действует еще одна сила, и это важно. Гравитация тянет вас вниз. Все верно. А что насчет силы, тянущей вверх? Такой нет? Я такого не знаю. Ладно. И все же, какие силы действуют на вас? Переведено и озвучено студией Vert Dider.